Всем привет, ребята, с вами снова я, Матвей, вы на моем канале, и сегодня у нас будут опять мемы. Так, первый мем. Когда забыл покормить кота, и котик такой собирается мстить. Но это забор 90-го левела. Ты не пройдешь. Да, только одна калитка стоит, а забора-то вообще нету. Я просто существую, моя бабушка. Держи соточку. Ну да, обычно не родители дают деньги, а бабушка. Индусы, мы не едим коров, это запрещено. Мусульмане и евреи. Свинья – грязное животное, их не надо есть. Жители Запада, собаки и кошки – наши лучшие друзья, мы не можем есть их. Китайцы, еда – это еда. Игровая мышка. Покажи мне настоящую игровую мышь. Хомяк, который сидит за компьютером. Превосходно. Самый большой эмеральд выставлен на аукцион. Житель такой предлагает гигантский эмеральд за 3 пшенички. Маленькая ленивая тефтелька. Кровать, когда я пытаюсь встать. Такая супер роскошная кроватка. Кровать, когда я пытаюсь уснуть. Какая-то кровать, видимо, из тюрячки. Погода всю неделю. В день, когда у меня есть грандиозные планы. Кот – существо, которое спасает тебя от депрессии, в то время как ты доводишь до депрессии его, то есть кота. Что-то пошло не так. Мой друг, у тебя есть 6 конфет. Сколько у тебя будет, если я попрошу одну? Я 6. То есть, типа, у меня 6 конфет, и я тебе не дам, если ты попросишь одну. Я, севший отдохнуть, новые проблемы. Такие достают меня, и никакого нового отдыха. Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него. И котик такой лежит, спит в кроватке, потом... Ты его такой будешь, говоришь, ты хватит жить в моем доме. Он такой, ты чё офигел, это мой дом. Я улыбаюсь на 0,00 одну секунду. Математичка, 2 в журнал. Даю саму у нее лицо такое странное, что у нее 5 в журнал. Компьютерная мышь, компьютерная крыса. С вас 900, фу ты, с вас 9000 рублей. Алмазка в реальной жизни. Это зачарованная алмазка в реальной жизни, только это не алмазка, а... Короче, ладно. Я все починил. С вас 5000 долларов. Кот, когда услышал, что сыпется корм. Гром гремит, земля трясется. Это котик нам несется. Кто это? Должно быть грабитель. На нем маска. Хм, нормально. У енота маска, он грабитель. Сейчас на всех маска. Парень ест арбуз, не чистя его. Впервые такое вижу, если честно, ребят. Покашляйте. Кхе-кхе. Еще покашляйте. Кхе-кхе. Похоже, у вас кашель. Бесплатная медицина. Пицца с подогревом. За что сел? За решетку. Что сделал-то? Сел. Статья какая? Уголовная. Кто-то пишет, сел за изнасилование мозга. Это, ребят, самый упоротый преступник. Найди отличие. Тюрьма, школа. Кто-то пишет. В тюрьме бесплатно кормят. База. Какой провод резать? У меня 4 секунды. Ща 5 сек. Кто-то пишет. Взрывная шутка. Мама в начале родительского собрания. Мама в конце родительского собрания. Да, и мама такой вид. В конце собрания только потому, что она узнала, что ты делаешь на уроках и тому подобное. Минералка – это компот из камней. А как это может быть? Что это вообще такое? Где можно гладить кота? Может быть? О, да, то, что надо. Точно. Нет, стоп, не. Верная смерть. Вот, ребят, у меня вот тоже кошка просто ненавидит, когда я ей глажу пузо. Ну вот, когда я ей глажу... Само тело, она любит, когда вот пузыря. То есть она вообще просто ненавидит. Взгляд со стороны. Леон. Любимый персонаж. Фрэнк. Нравится всем, кроме меня. Кольт. Сначала не нравится. Дэрил. Персонаж, о котором хочется узнать побольше. Булл. Нелюбимый персонаж. Динамайк. Нравится внешность, но не нравится персонаж. Джин. Нравится персонаж, но не нравится внешность. Спайк. Похож по характеру. Рикошет плюс Пайпер. Любимый
рейтинг. Бо плюс Брок. Нелюбимый рейтинг. Спайк мог бы стать моим другом в реальной жизни. Мортис в реальной жизни. И дальше не могу прочитать, потому что не видно. Итак, ребята, это был последний мем на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока, друзья.